Наверное, у вас бывали подобные тоже встречи. Песня Алексея Попернова. Не та, другая. Ходил к нам парень Евгений Петров. Он рассказывал нам о себе, как полжизни на нем было 8 штанов и сосулька на нижней губе. Как полжизни на нем было 8 штанов и сосулька на нижней губе. Он повел о полярном сиянии рассказ, а в руках папиросочку мял. И сияние это окутало нас, сам Петров, потому что сияло. Налетала пурга, не работала радиосвязь. Столько мест, где Петрова ступала нога, а другая нога никогдась. Он рассказывал нам про большую любовь, про Петровскую Петровну свою, как она из Москвы посылала морковь, на которой писала «люблю». Соседская дочь, я чего-то мечтал, я чего-то хотел. Приходил к нам полярник Евгений Петров, он рассказывал нам о себе, как полжизни на нем было 8 штанов и сосулька на нижней губе. Как полжизни на нем было 8 штанов и сосулька на нижней губе.